Добрий вечір, шановні глядачі. В прямому ефірі, як завжди, по вівторках, тепер «Гаряча лінія». Я Федір Бондар, поряд зі мною Катерина Лисюк. Сьогодні у цій студії ми поговоримо про те, що хвилює в першу чергу підприємців, але не тільки, якщо замислитись. Поговоримо про державну, фіскальну або податкову політику. Про те, наскільки сприятливі податкові умови для ведення підприємництва на Миколаївщині та в Україні взагалі. Ну і зрештою про те, чого чекати у 2018 році українським підприємцям від бюджетних планів. Тож сьогодні гості нашої студії – це Дмитро Прокоф'єв, заступник начальника Головного управління Державної фіскальної служби в Миколаївській області, та В'ячеслав Сімченко, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївський тепловозоремонтний завод». Тож ми одразу перейдемо до справи. По одній хвилині кожний щодо планів на наступний рік, щодо взагалі тенденції на наступний рік. Ваші думки. В'ячеслав, будь ласка. Стисло, чого чекати? Ну, всегда в преддверии Нового года однозначно мысли самые оптимистичные. И в каждый декабрь, у нас же традиция, да, каждый декабрь в конце месяца мы говорим о том, как в следующем году у нас будет хорошо и замечательно. А потом наступает этот Новый год, мы его празднуем, потом после праздников начинаем работать, и, к сожалению, не всегда наши надежды оправдываются. Чудо не происходит. Да, чудо не происходит. Поэтому надежды, конечно, самые радужные, потому что если их не будет, тогда уже и нас не будет. Сейчас и так достаточно людей уезжает из страны, к сожалению. Вот, поэтому, наверное, те, кто остались, это остались самые оптимистичные настроенные, которые все-таки верят в лучшее. Оптимизм, да. Это сразу главное слово в первой половине. Пожалуйста, Дмитрий. Ну, мы как бы тоже, фискальная служба настроена оптимистично на следующий год. Как бы уже несколько лет подряд, да, там основные претензии бизнеса мы слышим в том, что, вот как Слава сказал, под Новый год готовят постоянно какие-то там изменения, которые вступают в силу, бизнесу это некомфортно, неудобно, они как бы не знают, что делать, там какой-то период времени уходит на адаптацию и так далее. Я хочу как бы заверить, что пока, по крайней мере, на сегодняшний день никаких каких-то кардинальных изменений в законодательстве, да, в налоговый кодекс с 1 января 2018 года не планируется. Это как бы, ну, наверное, позитивный все-таки момент, да. А какие-то изменения, которые вступили в 2017 году в силу, мы также будем, я думаю, где-то помогать бизнесу с ними там разобраться. Ну, собственно говоря, это наша работа, мы этим занимаемся с утра до вечера. Підсумок перших двох хвилин, все ж таки оптимізм. Ви щойно згадали, Дмитре, про зміни 2017 року, вони теж були певною мірою радикальні і стали відомі буквально під новорічні свята, да, за день-два перед Новим роком. Ми зараз запропонуємо відеосюжет. Він був в ефірі десь всередині, ближче до кінця, можливо, січня цього року. І там йшлося саме про те, які нововведення з'явилися, і була спроба якось роз'яснити підприємцям, що не все так погано, там були представники податкової служби. Сюжетик трошки задовгий, але потім ми пройдемося по всіх позиціях і по цьому році, і обов'язково торкнемося року наступного. Ініціювала зустріч голова регіональної ради підприємців при Миколаївській облдержадміністрації Олена Герасимчук. А бажаючих дізнатися подробиці, велика зала бізнес-центру Олександрівський ледь вмістила. Надо учитывать, что сегодня на встрече большое количество людей пришло, которые не являются членами каких-то общественных организаций, то ли ассоциаций, то ли профсоюзов, то ли членами межотраслевых советов, которые мы создавали этим летом. И естественно, что у людей возникают вопросы, как жить. Я думаю, что самый первый для меня положительный результат является то, что сегодня эти люди задумаются, что нужно входить в какую-то общественную организацию, потому что там можно получить своевременную информацию, там получить защиту. Після публікації цьогорічних нововведень часто звучать заяви про те, що метою змін є знищення малого та середнього бізнесу. Представники фіскальної служби та інших контролюючих структур заперечують. Функции у нас в службе как были, так и остались. Они абсолютно не изменились. Идет просто перенаправление функций больше на центральный аппарат с районов.
По поводу усиления налогов, как бы сильно большого усиления нету, тем более, что сегодня проводится работа с органами местного управления, самоуправления по поводу принятия ставок. Мы нацеливаем органы местного управления, то есть проводим такую работу, чтобы они дифференцировали ставки, которые будут удобны и для бизнеса, и для бюджетов разных уровней. Поэтому, что говорится по поводу усиления каких-то функций, ну, они остаются прежними. Хоча відомо, що штрафи за певні порушення значно зростають, в тому числі через збільшення розміру мінімалки, яка є основою для розрахунку суми стягнення. Штрафи радикально повищаються і розширяються тільки в одному вопросі. В вопросе трудовых отношений. Ну, к сожалению, данный вопрос, он всегда будировался, всегда обсуждался. Ну, и вы знаете, фискальная служба всегда предупреждала, что необходимо упорядочить отношения между работодателем и работником. Те годы работы, которые предшествовали сегодняшним, так сказать, увеличению штрафом, они, ну, не привели к результату. И просто-напросто всех субъектов предпринимательской деятельности служба призывает к тому, чтобы упорядочили всего лишь навсего отношения. Загальне ж враження від підвищення мінімальної зарплати, що це спроба стимуляції підвищення соціальних стандартів. Власне, так і стверджує прем'єр-міністр. Невідомо, втім, наскільки економічно обґрунтоване ці рішення. І, що також важливо, це може закінчитися банальною зрівнялівкою, коли кваліфікований фахівець і початківець, або, наприклад, прибиральниця, будуть отримувати однакові зарплати. Хтось називає це невимушено жорстокою дією, хтось погоджується з користю від цього рішення. Йдеться про необхідність сплачувати єдиний соціальний внесок навіть для непрацюючих підприємств. І є у нас така статистика. З 19 декабря, тобто коли вже проєкти опубліковувалися законодавчих цих актів, до 6 января было подано заявок на закрытие 3558 предпринимателей, подано заявок на закрытие. И хочу обратить внимание, что из них нулевые отчеты за последние года сдавали 3190, вообще не подавали отчеты 361, и только те, которые какие-то доходы имели, какие-то отчеты подавали с цифрами, всего лишь навсего 7 человек. То есть живых предпринимателей практически не было закрыто. При этом в декабре было зарегистрировано 316 предпринимателей, и ими уже было уплачено 87 тысяч гривен. Одне з найгостріших питань – розширення переліку товарів, продаж яких вимагає застосування касових апаратів. По этому вопросу у нас сегодня не стоит задачи ходить и проверять, прям сразу вот завтра вышли и побежали проверить. Если вы заметили, по данному вопросу сегодня уже какое число, мы не провели ни одной проверки. В нашей службе не стоит задача бегать, кого-то вылавливать, штрафовать и так далее. Поэтому мы сегодня пришли к вам навстречу для того, чтобы упредить эти моменты, дать вам возможность привести свою деятельность в соответствии с нормами сегодняшнего законодательства. А законодавство до можливих порушень ставиться доволі суворо. Перший штраф – 1 гривна. Це от сьогодні прийшли. Завтра прийшли – це двократний розмір від зділки. От зділки. Продали стиральну машинку за 8 тисяч, значить 16 тисяч штрафних. Говорити о тому, що ефективно ми сработали, я думаю, що ефективно, тому що це перший за великий період часу діалог з масою людей. Сьогодні задача була поміняти їх мислення, поміняти їх підхід бізнесу і задачити їх на тим, щоб більш тщательно, більш внимательно починати изучати нормативну базу. Нагадаємо, шановні глядачі, ви можете долучитися до нашої розмови за телефоном 47-74-72. Побачите ми його протягом програми. Отже, кілька основних позицій, які звучали в сюжеті, і це були на початок цього року острахи, тобто те, чого побоювалися підприємці. Давайте зараз, наскільки встигнемо, пройдемося по цих основних позиціях. По-перше, штрафи надзвичайно підняті. Ничего страшного не произошло, правильно сказал наш Владимир Николаевич, правильно сказала Елена Андреевна.
то, чего люди боялись, чем их там пугали в СМИ и так далее. То есть никого налоговая там не ходит, по рынкам не штрафует, не вылавливает. То есть это была информация на перший місяць цього року. Да, это я и на 11 місяць цього року так могу само. Це підтвердити. То есть никакой у нас такой жесткой фискальной политики нет. То есть идея в чем заключается? Закон принят, да, который обязал там, предпринимателей, которые торгуют на рынках какой-то сложной техникой, бытовой там, и так далее, использовать кассовый аппарат. Для чего? Для того, чтобы, опять же, покупатель на рынке был застрахован. Когда ему дали чек, он потом имеет право предъявить претензии там, по гарантии или еще по чем-то. Поэтому, но опять же, никаких там массовых рейдов против этих предпринимателей, которые торгуют на рынке, не было. Да? То есть, штрафы стосуются не только кассовых аппаратов, мы еще повернем. Да, то есть это вот то, что говорили по поводу РРО, что вот с 1 января они должны там это использовать. Что касается минимальной зарплаты, опять же, там много мы слышали разной информации. Давайте по черзі. Спочатку штрафы. Да. Есть еще сказать, Вячеслав? Ну, немножко коснусь да. начала этого сюжета. Навеяло. Вот одна фраза, что вот сегодня предприниматели понимают, что надо объединяться, общественные организации, чтобы был диалог с налоговой и все прочее. Это все классно. Сегодня действительно фискальная служба там достаточно открыта, с ней можно общаться. Но у меня достаточно есть опыт общения с моими коллегами в разных других странах. И вот им не надо объединяться. Вот они не понимают, зачем им объединяться. Не надо общаться. Они не понимают, зачем им общаться с налоговой. Они в глаза их не знают. Почему? Вот у нас каждый бухгалтер знает всех налоговиков, прокуроров, вот всех, кого угодно. Там пожарники, санстанции, их миллион всех. А там люди работают по 20, по 30 лет. Они не понимают вообще, они знают, что есть. Налоговая СП, финансовая гвардия, есть. Все понимают. Не разумеют, как мы. Я вам объясню. Можно? Но они не знают, что, как они выглядят вообще. Можно? Объясняю. Ну, во-первых, в странах, про которые Вячеслав говорит, абсолютно другая налоговая культура. Там люди уже с рождения, идя в школу, знают, что надо работать, налоги платить и так далее. Поэтому у них там в тысячи раз меньше там нарушений, чем у нас. У нас, я сам был 20 лет предпринимателем, да, перед тем, как попал в Державную фискальную службу. И у нас задача какая? Любого предпринимателя заплатить поменьше, где-то как-то суметь там обойти налогообложение. Задача налоговой все-таки там его уговорить, там заставить, я не знаю, платить то, что он должен согласно законодательству. Все. И поэтому это раз. Второе, это то, что, конечно, в этих странах не меняется так часто налоговый кодекс, не носятся эти изменения. И там годами уже работают предприниматели, зная там, какие законы, что им делать и как им делать. И, соответственно, у них и налоговой нет необходимости там общаться, встречаться и так далее. То, о чем Слава говорит. Мабуть, вы погодитесь, что податковая культура, она не вмыкается вот так вот. Совершенно верно. День. Конечно, совершенно верно. И поэтому... А чи створюются у нас подставы для того, чтобы люди были больше? Я, мое мнение, я, ну, собственно говоря, за себя лично могу сказать, для чего я вообще сюда пришел. Да? То есть в том числе где-то может хоть какую-то частичку внести того, о чем вы говорите, да, про какую-то податковую культуру. Я, в первую очередь, сам своим коллегам, там, бывшим предпринимателям, кого я знаю, объясняю, да, что да, там, налоги нужно платить, потому что вы хотите школы, садики, больницы, дороги и так далее, а без, извините, если вы не будете платить налоги, этого не будет, ну просто не будет. Откуда государство возьмет главное, на это деньги? Чтобы остались те, кто еще способен платить налоги. А вони кажуть, я плачу 1000 в рік, а він має заплатити мільйон, він цього не робить. Ну, это вот уже как бы наша работа, чтобы тот, на культуру як це впливає? Я же еще на самом деле, в любой стране, в Европе, в Америке, везде, задача бизнеса одна и та же. Заработать больше заплатить и заплатить поменьше да, естественно. Да. Иначе бизнес не будет жить, экономика не будет жить. В этом цель. Платится столько, сколько определено законодательство. Действительно, налоги платят. У нас, у них, если, опять же, если говорить об уклонении от налогов, то тема офшоров, это не у нас придумали, это придумала старушка закон, Англия. Законный способ. Старушка уклонения. Англия, да, и очень активно этим используется. В США целый штат Делавэр офшорный, это в каждой европейской стране есть, там в Швейцарии, есть в Нидерландах, да. Везде. Поэтому европейцы, они тоже вот не... Это ты говоришь сейчас про крупный не бизнес. Социалисты про и не крупный. Коммунисты совершенно, да. И налоги, они, конечно же, вот платят согласно законодательству, но... Целый ряд предприятий, которые работают там, у которых обороты гораздо больше, чем у меня,
У нас сейчас на предприятии штат 7 бухгалтеров, а у них даже одного бухгалтера нет. Они платят там 100-200 евро аудиторской фирме, и все. Все, у них гораздо ниже даже вот содержание бухгалтеров, потому что там все настолько элементарно, четко и понятно. Я говорю, я не работаю. Много лет не вносятся изменения. Много лет предприятия эти все-таки, ты правильно сказал, работают в рамках закона. У нас для тебя тоже не тайна, я не знаю, очень многие наоборот работают не в рамках закона, а стараются всячески. За ним просто не успевают, во-первых, одна часть не успевает следить за законом, а вторая часть и не пытается даже отслеживать, что легче быть с той стороны. Мне больше там у Вячеславу понятно отношение все-таки фискальной службы с предприятиями. В сюжете речь шла больше за частных предпринимателей, которые как раз вообще не должны видеть налоговую, они должны заплатить свой единый налог там раз в квартал или раз в год и... Вообще их никто не должен трогать. Тут я согласен. И, в принципі, політика фіскальної служби на це і направлена. Скільки було перевірок на вашому підприємстві цьому році? Ой, ви знаєте, вже не вважаю. Не вважаю, тому що вони... Торік це був ювілей такий, перед судом. Вони постійно. Знаєте, коли, опять же, мені товариш розказав, що у нього за 20 років роботи була один раз перевірка, 3 дня. Товариш звідки? Одна з європейських стран, достатньо розвитих. Вот, и то он очень строго сказал налоговому инспектору, не мешайте мне работать, он есть бухгалтер. Он посидел бухгалтера 3 дня и ушел. Я говорю, и что, итог? Да, где, сколько написали, сколько насчитали, он смотрит на меня как на идиота. Говорит, да ничего. Говорю, как, что никакого акта? Нет. Говорю, окей. А ваш? Уже он смотрел на меня как на идиота, когда я пытался ему рассказать, как это все происходит в реальности, в Украине. Происходит у нас. А у нас сегодня происходит, мы все еще живем по теории жертвенности Витте, который сформулировал в середине 19 века. А даже про то же кейнсианство никак не хотим вспомнить почему-то. Потому что сегодня задача почему-то государства все-таки отнять столько налогов, сколько надо для существования государства, совершенно не задумываясь о том, что в конце концов эта корова может перестать доиться. Вот. И тогда это уже будет катастрофа, потому что, правильно заметили, мы сегодня говорим не только о предпринимательстве, потому что не будет бизнеса, не будет ни школ, ни больниц, ни дорог, ни пенсий, ничего не будет. И опять же, если касаться, сегодня самая больная тема для любого предприятия, регистрация налоговых накладных. Да, по Николаевской области, по Киевской, на днях была информация, 36%, задумайтесь только в эту цифру, 36% налоговых накладных заблокировано. То есть, что такое? Это остановлено движение экономики. Да, там часть, наверное, были с какими-то нарушениями, но не все же. Да? Отвечаем, это Вячеслав говорит про изменения, которые в этом году вступили с 1 июля в силу. Эта система направлена на то, чтобы блокировать так называемые рисковые схемные налоговые накладные там, с фиктивным НДСом, со схемным НДСом и так далее. Да, я соответственно хочу сказать, что определенные проблемы в ее работе есть, да, она несовершенна. Но та основная задача, для которой эта программа создавалась, это не дать возможности формирования схемного НДС эффективного, она работает. То есть, что бы там ни говорили, мы там парламентского комитета смотрели заседание, приходили предприятия, кричали там, что схемные эти схемщики как работали, так и работают, а вот реальный сектор экономики, он страдает. Это не так. Я это вижу со своего рабочего места и могу сказать четко, что в пять раз как минимум уменьшилось этот объем формирования этого схемного эффективного НДС. Да? Собственно говоря, против чего эта программа была направлена. Но в то же время там какой-то процент реального сектора экономики попадает. Опять же, в основном из-за того, что достаточно сложный механизм создания этого пакета документов необходимого, который они приносят, для того, чтобы у них не было этих проблем. Опять же, хочу сделать оговорку, я, может быть, немножко эмоционально, у меня претензии не конкретно к вам, к той системе, которая есть. Но так как уж тут стоите вы как представитель этой системы, то уж извините. Почему предприятие должно ходить кому-то что-то объяснять и доказывать. Доказывать, что оно
правильно работает. Вот элементарный презумпция невиновности. Вот почему ее нет. Слава. Сегодня я знаю твое предприятие. Да. Я знаю, что ты там достаточно честно, нормально, прозрачно работаешь. Но, к сожалению, опять же повторяю, не все такие, как ты. Да? Правильно. Большая часть из них. Давай как арестуем всех. Нет, как выделить тебя, всех. Отделить. А потом... От плохого. Посадим в тюрьму, а потом будем думать. Пушарашка. Кого-то выпустим одного, и потом этого, если он докажет, что он прав, мы его выпустим. И этого, может, выпустим. Да? Ну, можно найти просто в СИЗО. Да, вот ситуация примерно такая. Инспектор приходит по результатам проверки. Подождите, на самом деле никого не сажают. На самом деле не так все страшно, как ты говоришь. Да, есть определенные там акты проверок, которые там и к тебе приходят, или там еще куда-то приходят, начисляют, да. У тебя есть право обратиться в суд. У тебя есть право в суде Правильно. Доказать свою, Правильно. Там, что ты был прав. Пришел там, инспектор, да. Посмотрел на бумаги, посидел да. там. Нашел нарушение. Нашел нарушение. Нашел нарушение. Нарушение, это уже вот... Но он же из пальца их не высасывает. Он написал да. акт там, на какую-то сумму. Да. Предприятие для того, чтобы оспорить этот акт, да? Идет должно суд. Подать в суд, да. заплатить адвокату, заплатить судебный сбор, который сегодня достаточно серьезно. Да. И для многих предприятий это просто неподъемно. Просто неподъемно. Давайте визначимось. Дмитро може цю проблему вирішити? Дмитро может всю проблему вырешить конкретно в конкретном случае с какими-то предприятиями в Николаеве. То есть, если есть где-то кому-то в акте высосаны из пальца, да, там нарушения, по мнению там, бизнесменов, я пожалуйста, приходите, показывайте. Но, мы с конкретным инспектором разберемся. Но не должно быть же этого ручного управления. У нас залишається 7 хвилин з копійками. Давайте я вам пропоную ще раз по хвилині. Підсумки цього року. Зміни, які сталися рік тому, на краще чи на гірше? Как моє мнение, що на краще. Тому що нічого страшного, то, що, про що говорили, чого опасались, не произошло. Поступления конкретно мы видим увеличиваются тоже в местные бюджеты, что немаловажно. Это опять же наша с вами инфраструктура это города. Это не в связи с децентрализацией перерасходов. В связи с децентрализацией, совершенно верно. Но опять же, если бы... Да, совершенно верно, изменилось. Если бы предприниматель, там, бизнес там умирал, да, там, умирал и не работал, то никак бы налоговые поступления не увеличивались, правильно? По статистике, не помню точно, не хочу врать, посмотрим по концу года, минимум на 50% увеличены поступления и в местные, и в государственные по сравнению с прошлым годом. То есть это, да, есть процент инфляции, есть, я не спорю, но в то же время бизнес работают, платят. Вячеслав, підсумки цього року податкові нововведення на краще чи на гірше? Есть. Такая простая поговорка, опять же, все, что не делается, все к лучшему, да, нечего жалеть о том, что было, есть. Есть определенные изменения, да, я не могу сказать, что оно вот стало хуже, вот, наверное, нет. Тут можно, опять же, тут у каждого где-то индивидуально, наверное, ситуация. Но хочется все-таки добиться того и обсуждать, поднимать эти вопросы для того, чтобы, ну, простой пример. Мы говорим, не ту страну назвали Гондурасом, много об этом шутить. Так нам надо еще догнать Гондурас по объему ВВП на душу населения. Мы находимся значительно ниже Гондураса. Понимаете? Вот если мы... Вот хорошо будет, тогда, когда мы будем намного выше. А пока что мы вот еще безнадежно внизу. За 2017 рік, взагалі, скільки податків вам довелося заплатити? Ваше підприємство – це середній бізнес чи вже більш великий? Та ні, ну, середній. До більших нам далеко, тому що от тут от великий бізнес – це от, ми багато говорили об НДС, який вимиває обороти у малого і середнього бізнесу, а потім йде на возміщення. Вот как раз тому большому бизнесу. Да, тем самым олигархам, которые вот уже у всех... Офшоры, совершенно верно, у всех уже мозоль на языке. Вот, поэтому вот пока что вот малый и средний бизнес, к сожалению, вот, кормит тех, с которыми мы как бы Ваши как відсотки как бы збільшилися з цього року? И на скільки? Є конкретні суми? Увеличились. Сейчас не готов сказать точно по цифрам. Увеличились. Увеличились значительно.
Ну і знов-таки повертаємось до року наступного. Почали так оптимістично, наче нічого останніми роками не траплялося. Так? Такого несподіваного і не завжди гарного. На чому вибудовується оптимізм? Ви маєте на увазі бюджетний проєкт, котрий проголосований у першому читанні? Там немає якихось радикальних змін? Я, опять же, хочу сказати, що ніяких радикальних змін на сьогоднішній день нету. Не планируется в новом законодательстве, планируется только усовершенствование тех уже каких-то изменений, там, программ, которые были введены ранее. Мы как бы над этим работаем, и я всегда всем говорю, пожалуйста, приходите любому предприятию, любому предпринимателю, они, собственно говоря, и приходят, мы там сотнями общаемся людей в день, стараемся всем помочь, объяснить, рассказать, потому что, к сожалению, вот то, что не каждый может сам разобраться, не каждый бухгалтер даже может сам разобраться, тут я с тобой согласен, что достаточно сложная система налогообложения у нас, но тем не менее. Вы как предприниматель со стажем, да. В принципе, перейшовши, так би мовити, в інший табір, умовно, в інший табір. Ви не відчуваєте, що, ну, вірніше, як ви відчуваєте ставлення вашої нової структури, як чиновник до ваших колишніх колег? Ви знаєте, ну... Вони вороги? Ні. Чи вони корови, ні. Яких ні. Треба подивити? Ні, вони не вороги, вони не корови. Тобто, і от це от... Одно из в то же время из своих каких-то задач, я считаю, все-таки изменение отношения предпринимателей и бизнеса непосредственно к фискальной службе, к государственным органам. Вот. И поэтому в налоговой тоже работают люди, да, у них тоже есть семьи, они тоже хотят нормально жить. Нет никакого там отношения к предпринимателям, как к кому-то там врагам, как вы говорите. Поэтому... Це було запитання. Да. В'ячеславе, Володимир Гройсман перед голосуванням в першому читанні за бюджет на наступний рік сказав, що це розвиток національної економіки, це пріоритет номер один. Тобто, маючи на увазі, що в бюджеті це закладено. Чи побачили ви це там і що, на вашу думку, необхідно для розвитку економіки? Дві хвилинки. Перше, що мене порадувало. Немногие законы, которые принимаются, радуют, к сожалению. Но то, что порадовало, это действительно шаг, который может, ну, скажем так, один из большого количества шагов. Это вот этот недавно принятый под названием там маски шоу стоп. Да, вот этот закон, ограничивающий правоохранителей в моменты обысков на предприятиях. Потому что очень часто, и я не раз через это проходил, что работу любого предприятия заблокировать, ну, элементарно. Сегодня суды выдают решение на обыск вот так вот по щелчку. Не совсем. Ну, вот до недавнего времени, ладно. До недавнего времени, да. Вот. Пришли, изъяли компьютеры, изъяли основную рабочую документацию, все, предприятие стоит. Вот. Сегодня все-таки это в законе оговорено, сегодня этого делать нельзя. Все эти процессы должны быть вот только по видеофиксации и запрет на изъятие техники, телефонов, оригиналов документов и все прочее. Это вот чуть-чуть, может быть, уменьшит темпы бегства бизнеса. Это первое. Второе, что еще хотелось бы увидеть в следующем, может быть, законопроекте, это ответственность каждого чиновника перед предприятием, когда он выносит какие-либо акты. Потому что сегодня чиновник акт написал, там, на 10 миллионов, да, предприятие прошло через все суды выиграло. Да, а чиновник дальше на следующих продолжает писать. И опять предприятия бегают по судам. А он должен понимать, если он выписал штраф там, на миллион или на 10 миллионов, он должен понимать, что он несет за это ответственность. И если в суде он проиграет, то он будет отвечать. По крайней мере, он оплатит все судебные издержки и тоже штрафы в свою очередь. Дякую, дякую, Вячеславе, дякую, Дмитре, дякую, Катерино. Час спливає. Я особисто хотів би відзначити, що сьогодні основним висновком можемо зробити те, що нам всім не вистачає податкової культури. І не тільки громадянам-підприємцям, але, мабуть, погодитися і податківцям, так само, і чиновникам, державі, можливо, взагалі.
Як зможемо, будемо, мабуть, працювати над підвищенням рівня цієї культури. Дякую нашим гостям, дякую всім, хто був з нами. Рівно за тиждень побачимо знову в цій студії з іншою темою. Не менш цікаво і дуже яскраво. На все добре.